Я вас приветствую на канале Цирка Якубовских. Говорят, что каждый хозяин похож на свою собаку. Ну, или собака похожа на хозяина. Но, похоже, у меня вообще раздвоение личности. И сейчас я вам объясню, почему. У меня есть две собаки для охоты. Есть худая собака для охоты. Вот она. Это собака породы Паденко и Беценко. Его зовут Джамп. Это собака, которая должна быть такая худая. И есть толстая собака для охоты. Вот она. Это собака породы Бассет Хаунд. И она должна быть такая толстая. Его зовут Макарон. Это очень разные собачки. Одна из них высокая, а вторая очень низенькая. У Макарона у него толстые короткие лапки, а у Джампа наоборот, лапки очень длинные, длинные-длинные и очень-очень тонкие. Вот. Сравните, пожалуйста. Правда, не похоже? У Паденко стоячие уши. Вот какие красивые большие уши. А у Бассета уши висячие. Вот. Одна собака белая, а вторая почти черная. А еще у них разные морды. У Джампа длинная морда, а у Макарона большие брыли. И спереди эти собаки очень разные. И сверху не похожи. Да, Макарон, поправься, пожалуйста. Да, вот так совсем не похожи. И сзади они тоже не похожи. И даже трюки они делают одни и те же, но очень по-разному. Вот так скакалку прыгает Джамп. А вот так Джамп кланяется. Прям что, поклон. А вот так скакалку прыгает Макарон. А комплимент у Макарона вот такой. Кусочек, пожалуйста. Кусочек, пожалуйста. Кусочек. Вот такие у меня две очень разные собаки для охоты. Ну и как понять, на кого из них я похож больше? На этого? Или, может быть, на этого? Но люблю-то я их одинаково.